Позиция Москвы в вопросе возврата украинского долга остается неизменной. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обсуждать с Киевом реструктуризацию задолженности руководство нашей страны не намерено. Отказ же платить по счетам для Украины фактически будет означать дефолт. Все это Дмитрий Песков сказал, комментируя высказывание украинского премьера Арсения Яценюка. Тот сегодня опять предлагал России пересмотреть свою точку зрения по этому вопросу, утверждая, что часть суммы Киеву вообще должны простить. 3 миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем Российской Федерации еще раз принять для себя решение. Хотят они получать те условия, которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные? Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела. Напомню, 3 миллиарда долларов Москва предоставила Киеву в конце 2013-го для экстренных мер по стабилизации экономики. Полностью расплатиться Украина должна в декабре текущего года. В противном случае, как заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, наша страна тоже готова обратиться в международные арбитражные суды. Для Украины все это может иметь крайне неприятные последствия. Помимо набежавших процентов и судебных издержек, она может лишиться возможности брать кредиты у МВФ.